Итак, здравствуйте, мои юные друзья! С вами вновь Отец Философий. И сегодня мы немножко пофилософствуем на тему э, путешествий, но не о каких-то абстрактных вообще и не каких-то конкретных э, аспектах, а только об одном единственном. О путешествии между Петербургом и Москвой и в обратную сторону. Ну и, возможно, какие-то аналогичные маршруты, которые занимают примерно одну ночь. Ну так, грубо говоря, 8 часов плюс-минус. Значит, э, нюанс тут такой: поезд и самолет. Что предпочтительнее. Значит, интригу я замутил. Теперь давайте продегустируем пивасик. Сегодня у меня э, оливковый газе. Прикиньте, оливковое пиво оливковое масло знаете, да? А вот это оливковое пиво. Значит, в составе у нас вода, понятное дело. Солод такой, секой, все как обычно. Оливки, вот прям оливки. Надеюсь, без косточек. Перец маринованный. Очень интересно. Смесь специй, хмели продукты, дрожжи и какая-то химикалия. Бензоат натрия и сорбат калия. Вот нихуя не понимаю, нахуя это надо было запиздрячить. Ну да ладно, хуй с ним. Значит, спиртяги тут 5,5 градусов. Нормально. Больше 5 уже неплохо. Значит, оливковый газе по-турецки с перцем. От Burning Brewery. Я думаю, некоторые уже знают эту компанию. Они любят такие вот извращенческие напитки мутить. А на закусь у меня салатик из свиных ушей. Ушастый салат. Ищите в некроблоге и на моем YouTube канале там есть рецепт этого замечательного блюда, которое охуенно идет обычно к пиву. Посмотрим, как к этому пивку пойдет. Ну, производим вскрытие. Теперь налитие. Как всегда, газешки нихуя не пенятся. Ох. Мощно. Чтобы было видно. Цвет прям красота. Не знаю с того ракурса видно? Как абрикосовый сок. Нос понеслась пизда по кочкам. А да, что-то есть. что-то от оливок здесь определенно есть. Что там про перец-то было написано? По-турецки с перцем. И тут смесь специй. И перец маринованный. Ну, в общем, для любителей острова сразу разочарую. Штука нихуя не острая вообще. Густенькая такая. Наваристая про вкус затрудняюсь ответить ненасыщенный неплохая штука в принципе приятная но кому нужно что-нибудь такое позабойней это это мимо это такой компотик довольно легенький приятненький хорошо без без косточек вот значит еще глоточек и ушка. Так надо вот обязательно, чтобы огурчик и вот и огурчик и морковка и ушка все в одном флаконе. М -м -м -м. Настоятельно рекомендую, салатик охуенный. Кстати, в нем тоже присутствует оливковое масло. Так что и тут у нас оливки, и тут у нас оливки. Полная гармония, дзен. Так вот, возвращаясь к теме поездов, самолетов, я бы сказал, и прочих транспортных средств, но нет. Сейчас будет сравнение исключительное. Поезда и самолета. Значит, казалось бы, каждому дураку понятно, что на самолете быстрее можно добраться из Питера в Москву и обратно. Но это спорный момент. Дело вот в чем. Фактически, безусловно, самолет летит быстрее поезда. И, как вы можете посмотреть и в расписании, конечно же, самолет сколько там? Час или два летит всего-навсего. <звы> Поезд едет, сука, около 8 часов. Плюс-минус в зависимости от э, того, какой именно поезд. Некоторые еще дольше едут. Даже, сука, Сапсан. И то три или четыре часа пилит. Духуя. Но на самом деле э, Сапсан я в принципе недолюбливаю. Потому что несколько часов сидеть на жопе ровно э, не очень круто. Кстати. Учитывая э, то, о чем я еще не сказал, но о чем все, собираюсь вам поведать, основную концепцию данного выпуска, Сапсан даже ближе к самолету, не только по скорости, которую мы осознаем, ну это если сравнивать с обычным поездом, но и в моем видении этого вопроса. Ладно, я вас уже заебал. Теперь конкретнее поясняю, о чем я говорю. Значит, я говорю про затраченное полезное время. На поезде вы тратите полезного времени меньше, если речь не про Сапсан. Сравниваем обычный купе плацкарт, что-то в этом духе. Тут уж кому что больше нравится, купе с плацкартом, понимаете, различаются только по стоимости и по удобству так что тут без разницы значит купе плацкарт если вы юзаете вы тратите меньше полезного времени чем сам на самолете как так вы подумаете самолет же быстрее летит блин что там час-два и все это и уже в Москве А вот хуй там во-первых эти час-два это четко время которое будет бесполезно потрачено на перелет это раз далее добраться до аэропорта что в питере что в москве это блин много времени лично с моего края города в питере это часа полтора мне нужно до аэропорта пилить повезло тем кто ближе к аэропорту живет но даже из центра около часа добираться в Москве и того больше, поскольку Москва сама больше. Итак, усредним. Значит, из центра, допустим, Петербурга до единственного в Питере аэропорта. Час ехать, плюс-минус. В аэропорту. Ну, это не международный перелет, поэтому все будет более-менее быстренько, регистрация, вся хуйня. Но все равно вы не можете, как в случае с поездом, подбежать к поезду за 5 минут и запрыгнуть уже до закрытия дверей. А то и на ходу. В самолете вас иначе просто никуда не пустят. Нужно приехать за, ну, грубо говоря, за час. Я, если честно, не знаю сколько между Питером и Москвой. Там в этом варианте я больше по международным рейсам. Там еще дольше. Ну, грубо говоря, час. Вам все равно придется подождать. Регистрация, хуяция, ожидания, пока ворота откроют, пока все погрузятся. Час это как минимум у вас уйдет. Итого 2 часа. Перелет. его знает сколько его там, час или два. Ну допустим, даже если час лететь, вроде недалеко. Значит, час лететь. И те 2 часа, которые у нас вначале были, они еще приплюсуются в Москве. Потому что там опять же... Ну, полчаса это пока вы все потихоньку выйдете оттуда, пока багаж свой сраный заберете, если он у вас есть. Если нет, повезло, сэкономите маленько времени. Это полчаса. И полтора часа до центра Москвы. Там я точно не скажу, но наверняка это больше, чем в Питере. Ну и усредняя от часа до двух, в зависимости от того, где вы там живете, это полтора часа. Итого мы насчитали 5 часов. 5 часов на перемещение из Питера в Москву. В одну сторону на самолете. 5 часов. Не час только полета. Мы считаем полностью. Вот с момента выхода из дома и до момента, когда вы приедете в отель или еще куда-нибудь. Около 5 часов. Теперь смотрим, сколько мы затратим, если поедем на самолете. Э, на поезде. Вокзал. Московский. В центре Питера. Ну, тут давайте считать, э, если там мы считали, усредняли из центра города. Здесь наоборот, с окраины. Ну, блин, с окраины, это я не знаю, это надо в такой залупе жить, чтобы час потратить, до, до, чтобы доехать до центра города. Я думаю, где-то полчаса надо, чтобы доехать до центра города, если в среднем. Так что считаем полчаса. Полчаса раз. Если грамотно рассчитать все и ехать на метро наземный транспорт, как вы понимаете, та еще хуйня может подвести где-то в какой-то момент, то можно, да, за 5 минут прибыть на поезд там ну, 5, -5 минут. Там вы сразу ложитесь в кроватку. Э -э Плацкарт, купе без разницы. У вас <coughs> лежачее место. И речь про ночной днем ездить это это срань это даже хуже чем на самолете значит э, допустим прибываете в в пол двенадцатого ночи вы выезжаете из из дома в двенадцать вы садитесь э, уже в поезд который тут же трогается вы тут же ложитесь спать и восемь часов пока едет поезд вы спите это не в пустую потраченное время. Вы так и так дома бы спали. Что предыдущую, что следующую ночь. Так что это время потрачено вполне логично и правильно. Что у нас еще? И когда вы прибываете, опять же, в центр Москвы на Ленинградский вокзал, оттуда, ну, опять же, учитывая, что Москва существенно больше, там усредняем еще час добираться до какого-то пункта назначения. То есть полчаса в начале, час в конце. Ну, где-то пока там в конце сборы в поезде, в начале, пока вам еще там поссать надо передернуть, или что вы там делаете, когда только загрузились. Ну, еще полчаса. То есть два часа в общей сложности уходит э, без траты времени. В отли... По сравнению с пятью часами на самолете. Там вы, конечно, можете этот час поспать, но будет не пять часов, а четыре. Но этот час вам, как вы понимаете, опять же нихуя не даст толком. А тут два часа вышел из дома, доехал быстренько до вокзала, лег спать. Просыпаешься, ты уже в Москве. Все, дороги как не бывало. Осталось только часик до отеля или куда ты там собрался. Все, вот я о чем говорю. Поэтому, если нужно приехать в Москву, а потом, соответственно, обратно, я обязательно выбираю поезд. Плацкарт или купе, там уж как захочется жирануть, поеду на купе. А если все скромненько, бюджетненько, то на плацкарте. В любом случае, я выгадываю по времени очень много. В этом фишка. И это смысл жизни. Понятно вам. Пейте вкусные пивасики, жрите э, уши и прочие закуски. И вообще, смотрите все мои каналы, все мои смак-маньяки. Смыслы жизни. И да прибудет с вами уринотерапия. Понятно вам?